Это чтобы я не наступила. Да. Всем привет, это канал Мистер Кэт. Меня зовут Герой Иван. И мы сегодня в лесу собираем грибы. С нами Аллочка. Привет. Да. Глеб. Всем привет. Подожди, подожди, иди поближе, да, я хоть сниму. Вот, е. Да, друзья, и мы нашли уже, нашли грибы. Вот первый. Вот он, красавчик. Игорек, тебе посвящается один. Вот второй. Вот он, малыш. И тут еще где-то был третий. А вот он, вообще маленький какой. Так что, друзья, грибы есть, и мы сегодня пособираем. Да, вот по таким местам, друзья, мы лазим в поисках красных. О, малышка подосиновик нашла. Ты представляешь? А ну, передавай всем привет. Ну давай. Всем привет. Кому передавать? Маме. Да, друзья, мы наконец-то выбрались в лесок на природу. Как же тут классно-то. А ну покажи, что там нашел. Ой. И я немножечко. Ты посмотри. Это наше легендарное. Легендарное место, круглое. Маленькое. Маленькое. Ты посмотри, семейка какая. Господи, тут слезы наворачиваются. Так, еду дальше. Вот они, красавчики. Ой, боже мой, я в паутину мордой-то. Вот, дальше. Дальше, посмотри. Блин, они везде, друзья. Я просто разворачиваю. Они маленькие здесь, аккуратненькие. Вот, еще. Класс. И дальше. И дальше есть. Бог ты мой. Ладненько, все, я больше не могу, друзья. Я их начинаю собирать. Ну что, ребят, мы продолжаем ходить и собирать грибочки. Немножко даже подсобирали. Сейчас вам покажу. Вот, смотрите. Красавчики. Подосиновики, маслята. Ну, немного, но что-то есть. Немножечко даже заблудились. Ну, я думаю, мы выход найдем. Потому что места дикие, я давно тут не был уже. Видите, по каким лесам мы ходим. Но здесь, конечно, очень красиво. Ладно, я пошел дальше искать. Ты так забавно бурчишь. Ой-ой-ой-ой. Он красавчик. Это вообще нереальный фарт. Охренеть, ребята. Огромнейший, вы посмотрите. Посмотрите, какие вот. Вот он! Охренеть. Всё, просто! Можно? Да. Давай, начинай. Попробуем. А ну,
Подними его, подними, подними. Дай посмотреть на него. Жесть. А ну давай посмотрим. Нет. Сейчас и сфоткаем, и снимем это все. Ты представляешь, что возле дороги такие огромные? Огромеднейшие. А ну подними их. Вот это да!